В Люберецкой администрации провели еженедельное оперативное совещание. Руководители управлений представили результаты работы за прошедшую неделю. Подробнее в нашем сюжете. Начался сезон отключения горячей воды в округе. График дат с адресами можно посмотреть на сайте Агентства развития коммунальной инфраструктуры. Сотрудники ЖКХ ремонтируют подъезды. Жители могут оценить качество выполненных работ. Если где-либо не устраивает качество выполнения работ или есть какие-либо нарекания, на которые не реагирует управляющая компания, пожалуйста, обращайтесь, мы открыты в социальных сетях. По любому вопросу мы мгновенно будем реагировать на ваше обращение. В округе приступили к цветочному оформлению территории. Высадят около 236 тысяч цветов. Помимо этого начали покос травы. С 17 по 23 мая устранили 14 аварийных деревьев. За прошедшую неделю отремонтировали 16 автомобильных дорог и один тротуар. Работы в настоящее время ведутся по 8 адресам. В рамках проведения ямочного ремонта было устранено 345 ям в общей площадью 380 метров квадратных. Работа также продолжается. Особое внимание уделили сфере здравоохранения. В Люберцах продолжается вакцинация от коронавируса. В округе работает 12 прививочных пунктов в поликлинических отделениях и 12 выездных. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.